Доброту глухой услышать может и увидит без труда слепой. Каждый день, что будет нами прожит, озарим, давайте добротой. Мы сейчас с вами находимся в нашей воскресной школе. Она уже действует где-то лет 15. У нас имеется воскресная группа со взрослыми и воскресная группа с детьми. Детская воскресная группа. У нас прекрасные преподаватели, которые очень любят свою работу, свое призвание. И поэтому я лично очень рад, что в нашей школе имеются такие хорошие преподаватели, которые было найти очень сложно, понадобилось долгое время, но благодаря Богу, благодаря помощи Божией, все-таки Господь нам помог. В воскресной группе мы занимаемся с детьми лепкой, рисуем, раскрашиваем различные фигурки, делаем поделки. В будущем, я очень надеюсь, что мы начнем делать что-то для природы. В общем, хотелось бы приобщить детей к такому деятельному добру. Вот это школа, а вот это я Валю. У нас имеется также иконописная мастерская, которая тоже занимается здесь. Мы находимся как раз во время занятий. Мы стараемся им не мешать, но они и нас и не замечают. При нашей воскресной школе действует также информационный телевизионный центр, который вещает в сети интернет. И в рубрике «Служение и творчество» сегодня у нас в гостях. Мы выпускаем новости, где ведущими участвуют и дети, и взрослые. В эфире канал «Добро ТВ». И мы приглашаем всех желающих, мам с детьми, попробовать себя в этом очень интересном и нужном направлении для нашей церкви. Всероссийская ярмарка меда в Коломенском. Собрала любителей с вами. Я тоже решила помочь. Помогите и вы. При нашем храме действует культурно-просветительский центр «Духовской», где у нас проходят концерты молодежные, выступления. И очень много молодежи, взрослых очень любят посещать эти концерты, сами участвовать в них. И поэтому мы приглашаем также участвовать самим. Может, кому-то есть что-то сказать, рассказать. Может, кто-то стихи пишет или песни поет. То мы с удовольствием и послушаем, поучаствуют они в наших концертах, поучаствуют в жизни нашего прихода. И мы надеемся, что это поможет молодежи по-новому взглянуть на свое участие в жизни церкви. Мне очень понравилось здесь. Это приходская школа, такая интересная. Старайтесь быть добрее и сердечнее. Благим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечней. Лишь доброта сумеет мир спасти.